Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Известную российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком, перевели в реабилитационный центр из-за отсутствия прогресса в лечении опухоли. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш, который семья Анастасии Заворотнюк недавно обвинила во лжи. Как пишет ресурс, актриса провела в Европейском медицинском центре около месяца. Однако, несмотря на все усилия врачей, положительной динамики добиться не удалось. Общим консилиумом было принято решение о ее выписке. По непроверенной информации, сейчас у Заворотнюк практически атрофированы мышцы. Состояние сопора, о котором Мэш сообщал ранее, якобы стало критическим. Сотрудники реабилитационного центра продолжают заниматься с Анастасией и делают все возможное, чтобы она не оказалась в глубокой коме. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.